Всем доброе утро! Сегодня у нас понедельник, 2 октября, начало новой недели. Отправляюсь на работу. Первый раз с этой локации в метро. Ну все, я на работе. Дорога у меня заняла 45 минут ровно. Так что можно немножко позже выходить. Я вышла в 8:30, у меня первый пациент на 10. Поэтому можно спокойно выходить без 5, без 10:09. Всем удачи, хорошего настроения. Пусть все будет так, как вы хотите. В комментариях просили показать модель фонаря. Фирма. Это, я понимаю, так модель. Ставьте на паузу и записывайте. Скажи, что когда заряжается полностью, нагорается зеленый индикатор. Да, вот на фотографии нарисовано. Вот при полной зарядке загорается зеленый индикатор. Вот модель Multi 300 XL. Вот их сайт. Пока я была на работе, Лёша с Соней наклеили уже 4 полоски или 3? Ну, да, 4. 4 полоски обоев. Второй пошел. И так получается. На видео они кажутся просто белыми. Даже таким серым отливом. Ну, они и есть серым отливом, но рисунок серый. Хорошо получается. Клеем смазывают стену и наклеивают обои. Если будете спрашивать, какой клей, это какие? Флизелиновые? Да. Обои флизелиновые. Клей сейчас покажу. Вот такой клей. Но Леша говорит, что тут написано 40 метров квадратных. Скорее всего, это обман. Не, может, где-то там погибся картон. Ну да, впитывает очень много клея, эти стены впитывают. Хоть и прогрунтовал я их. Ну да. Мне надо там отметить. Да, сейчас я буду помогать. Зверушки. Вы тут все сидите, да? И Фиксик тут? Ну, хороший мальчик. Скучал? Да? Паузу, Юль, Фиксика, а потом мне отметь, и Фиксик скучал. Картина маслом. Преступник и следы преступления. Это ты так устал, да, вот это все делать? Был шарик для котов. Коты игрались, Фиксик забрал. Пока мы там клеим обои. И вот результат. А сколько ты съел? Потом будем выковыривать, да? Из заднего прохода. Это что, Фиксик? Это что? Тебе не стыдно, Фиксик? Тебе не стыдно? Ай-яй-яй-яй-яй. Фиксику, по-моему, вообще фиолетово. Да, Фиксик? Я в шоке. Алиса, как ты разрешила? Твою игрушку погрызли. А? Стёп, куда ты смотрел? О, что ты шипишь, Алиса? Не шипи. Максик молодец. Спит целый день. Алиса, не рычи.
У меня, кстати, на балконе базилик пророс. Вот эта водичка стоит отстоянная. Я поливаю, а на ночь закрыла пленкой. Может, что-то и вырастет. Да, фиксик. Вот такая дружба. На стульчике, на газетке. Лёлик и Алиса. Там Максик еще. Этот стул выручает клеем обои. И он выручает. Классный стул. Устойчивый, железный, проверенный. Посудомойка отработала. На столе, конечно, бардак. Ну и ничего. Главный зритель кинозала. Угу. Научила на свою голову. Стёпа. Говорят, что через эту площадь сзади может пройти весь враг. Тебе интересно, да, Стёп? Ну что, подержу? Ну, со мной так 15 минут сидит. Да ты что? Угу. Я тоже не смогла проехать мимо площади Джамайка. Обалдеть. Мегого. Местные говорят, угу. Я просто. А то скажут, что... Это пульт. Всем доброе утро. Сегодня вторник, 3 октября. Приготовила завтрак. У Лёши еще такая же композиция. Плюс творог, сметана, джем. И чай с лимоном. Всем приятного аппетита. Отличного настроения. Удачи во всех начинаниях, продолжениях, завершениях. Только вперед. Идет приготовление волшебного напитка. Сегодня такой солнечный день, на кухне так жарко. Вообще. Фонарь заряжен, кстати. За фонарь хочу сказать. Давай. Только ты с голым торсом, но я буду снимать цветочки, а ты расскажи. В общем, вчера на ночь телефон свой разрядил до 17%. Ну, уже начал писать, зарядите телефон. А фонарь заряжен был полностью. Как я говорил, зеленая лампочка. И поставил на зарядку. Короче, фонарь зарядил телефон до 93%. Потом зарядка прекратилась, но фонарь еще светился. Ну, видать, он какой-то запас оставляет на подсветку. Mm-hmm. Я включил, он когда садится, включаешь, он начинает светиться, потом тухнет. Ну, то есть это говорит о том, что надо заряжать. Он полностью не тускнеет, mm-hmm. он резко тухнет. То есть фонарь я включил, он еще светился. Поэтому вот считайте, что вы можете еще продержаться сколько... Ну, да. На фонаре. И вот поставил солнечную батарею, распечатал. Ну и решил посмотреть за день, сколько она зарядит, она полностью фонарь или нет. Она трехваттная, кстати, эта батарея, там параметры ее написаны. 3 ватта, 5,6 вольт. Вот лампочка. Угу. Ну, сидит, лежит. Тут тоже гнездо, что и от сети. Тут такой же штекер. Вот заряжается, поставил на солнышко. Посмотрим. Фонарь, я говорю, зарядил, сейчас фонарь зарядил полностью мой телефон. С 17 до 93%. Ну, это довольно-таки для этой батареи, для этого фонаря, я думал, что он зарядит процентов 20. Это очень даже классный показатель. Ну, да. А напиток что же? Лимончик с сахаром, да? Лимон, да, с сахаром. Швепс и водички. Водички. Ну, сейчас что-то там, да, можно джема добавить для... Не порчу. Ну, уже испорчу, да. Этого достаточно. Еще листики мяты сюда бы было классно. Да, мята вообще была идеально. Мята моя, кстати, можно мяту мою забрать, которую я вырастила. Там же у тети Тани мята. Ну да. Маршочки. И в холодильник. Песня. Ребята, процесс поклейки обоев проходит отлично. Мы закончили эту стену. Повернули сюда к окошку. И сделали шикарный угол. Вы посмотрите. На неровных. Идеальный. А чтобы этот идеальный угол сделать,
нужно посмотреть видео, которое уже вышло на канале, в плейлисте «Ремонт приборов и объектов своими руками». Видео уже на канале. На плейлисте, да? Ну да. А мы будем продолжать. Над окном мы пока пропустили. Туда пойдут остатки. Перешли уже на эту стену. Сделали точно так же по инструкции угол. Вот. Наклеили полоску, где розетка. И будем дальше продолжать. Нам помогают Степа, Денис, Лёлик. Все тут. Да, Степчик? Да, мой хороший. Бандит вообще. Коробки валит. Только что компьютер выключил мне лапой, когда я видео выкладывала. Все прекрасно. Лёлик постоянно просит кушать. Алиса пришла. Алиска, не стесняйся, заходи. У нас весело. А вот и Боня вылезла. Все на месте. Кексик там где-то ходит и Максик. Кого еще не назвала? Видео сняли. А, Мерси, а? Я приготовила ужин. Это рисик. А тут у меня печень куриная, тушеная с луком, с добавлением сметаны и специй. Куркума. Много куркумы, поэтому желтенькая. Вкусно. Соня уже покушала, сказала бомба. Сейчас и мы с Лешей будем ужинать. Лёша приобрел новый девайс в АТБ за 260 гривен. И что это такое? Это клавиатура для смарт-ТВ, ну и вообще для телека брал. Ну интересно, мне с телефоном сконнекчусь я со своим или нет. А можешь ближе показать? Быстренько. Она еще и с подсветкой. Угу, там еще и подсветочки. Прикольно. О, инструкция на русском, вернее на украинском. Гарантия. Угу. Что ты там? Что надо человеку в 40 с копейками лет? Ну, мальчику игрушечку купили. Опа! Это я в Вайбере. Опа! Так у меня тут никогда стрелки в Вайбере не было. Теперь у меня есть стрелочка. Хоп. Писать нужно. Английский, как русский. А что, как в этом, что ли? О, а ну. Нет, английский. Как языки переключать? Степа, подожди. Ctrl-Alt не хочет. А, ну, а вот же. А, вот. Или там глобусик должен быть нарисован. А глобуса нет? Вот еще. Я пошел, слышал какие-то разборки. Об этой рассветке я чисто случайно расшевелилась, я ее заметил. Ну, потеха, это да? Это не коты, это мрак. Амадрила. Амадрила. Обезьянки. И я слез, а Степа спит там. Ой, ну ты сейчас упадешь. Боже, ты сейчас Боня. Как черти тебя кинут. Или поцарапаешь мне сумки. Иди, я тебя вытащу, иди. Иди, я тебя спасу, спасти Боню, иди. Иди, иди, ногу в лапу, тягу в лапу. Как ты сюда залезла? Иди. Хвост поджимай. Что ты... Ну ты ж не кричишь. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот, ребята, день подошел к концу. Во влоге получилось 2 дня. За понедельник и за вторник. У меня тут и Мерси и Алиса.
Хочу сказать, ребята, о Торецке. Последние дни, конечно, очень громко. Есть прилеты во многие районы города. Недавно прилетела на микрорайоне в жилой дом. Слава богу, никто не пострадал, люди выехали. Но разрушений много. Вот. Именно сегодня более-менее спокойно, но не всегда. Есть и моменты, когда очень громко. Последние дни несколько раз пропадало электричество. Сегодня, слава богу, есть. И связь есть. Мы поговорили с Вовой. Сказал, что сегодня более-менее терпимо по сравнению с прошлыми днями. Как-то так. Всем мира, добра, тихой, спокойной ночи. Верим в лучшее. Надеемся на чудо, правда. И вам, каждому, я желаю идти вперед, несмотря ни на что. Все трудности обязательно преодолеем, если сильно захотеть и верить в себя. Всех вас обнимаю и увидимся с вами обязательно очень скоро. Пока-пока.